И еще одно происшествие в Кирове. На берегу Вятки нашли погибшего молодого человека. Это произошло сегодня. Судя по фотографии, выложенной в сети, тело лежало рядом с проталиной. Как рассказали в областном следственном управлении, все личные вещи были при мужчине. Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области по факту обнаружения тела молодого человека проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Установлено, что видимых признаков насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружено.